Премьер-министр по поручению президента находится в Костанайской области. Ужас Бектенов совершил облет русла реки Итабол и ознакомился с принимаемыми мерами для недопущения ухудшения ситуации в регионе. Для пропуска талых вод в Костанае вскрыли нефункционирующее дорожное полотно в районе малого моста города. Также проводится обваловка населенных пунктов, подготовка траншей, укладка мешкотары и инертных материалов. Взрывные работы проведены на реках Красу и Итабол. Для ликвидации паводка задействовали почти 2000 человек, свыше 650 единиц техники, мотопомпы, а также плавательные средства и воздушные судна. Олжас Бектенов подчеркнул, что основная задача – обеспечение безопасности жителей.